Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет очередной тест Героя 9.9, довольно-таки интересного. Это, конечно же, будет у нас не Коммодора. Сейчас я поставлю. Давайте вместо умника, чтобы не настолько имбовая была пачка, это у нас будет вот такой вот ARA. 9-9-12-12, 8-я ремка, слоник, зачем живо? Как вы знаете, во многих PvP-локациях ARA просто бывает не добегает, сливается, его сливают очень быстро, от него толку ноль. Вот именно с живой одной он более-менее как-то так справлялся, а тут получается две. И заодно посмотрим, будет ли включаться его талантик после того, как он сразу реснится, там, либо на второй раз как реснится. Я чисто прокачал его ради атаки фортов. Там я создал на следующую атаку фортов пачку, чтобы потестить. Также прокачал посмотреть на него на заботы битве. То есть ради этих локаций, возможно, еще он будет в некоторых локациях тащить. Не знаю, посмотрим. Давайте начнем так. Начнем с рейда. Вот в рейде интересно посмотреть на это все. Так, отлично, у нас смотрителя нет. Так, есть стрелок. Я вам показывал, ARA очень неплох против блокировки, точнее против фрей. Вот это самое основное его преимущество. Так, он заблочил, резнулся. Ну тут стрелок, вертолетики у нас просто сейчас. То есть вот именно для таких вот локаций я его и прокачал. Сейчас мы попробуем найти расту без стрелка. Посмотреть на это все действие. Надо какую-то попроще. Тут все какие-то навороченные. Вот, вроде есть попроще. Так, смотрим. Вот, отлично, он заблокировал. Тут, конечно, сейчас башенки его ушатают. Я надеюсь, они быстро его ушатают. Но, к сожалению, его очень быстро. Смотрите, вторая блокировка пошла. Ай, не успели мы до третьей. Какого-то хрена они включились. Вот именно против Фрая сейчас мы попробуем этот вариант. Есть варианты, когда ворожей. Получается, вот, кстати, как это. Он сейчас зарядит ворожая, а вот второй раз. А вот второй раз, видите, он не включается так быстро. Неинтересно. В общем, не знаю, видите, он после реса не врубает, пока кулдаун не пойдет. Вот это печально. Так, ну давайте попробуем на вот этого напасть. Вариант. Немножко не тот вариант. Возможно, зря прокачали. Может и нет. Может и да. Но все это, в принципе, делаем для теста. Так, рейка есть. Смотрите, и стрелок есть. И все. Как видите, убили под молчанка, и он просто не риснулся. Хотя я заметил, в последнее время герои все-таки ресуются. То ли не успевают, то ли что, я не могу понять. Так, отлично, заблочили разок. Вот его слили. Сразу же блокировки, как видите, нет. Странно. Кулдаун надо посмотреть какой. Возможно, есть смысл не прокачивать, ну хотя там скилл там все равно будет меньше. Единственный вариант, как я вижу, это в забытой, если будут его сразу сливать, если мы попадем на топовую пачку, там он будет тащить. Так, давайте посмотрим на арену. Кстати, на арене он тоже, многие его используют. Конечно, у меня топ противники, как обычно.
сейчас мы, может, найдем кого-то веселого. Конечно, в большинстве случаев он просто не доживает. Такой вариант хоть есть, что он включится, но и то, опять же, его молчанку сейчас очень многие герои снимают, поэтому сильно на что-то надеяться не стоит. У них сон ушатает. Все, ребят, это имба. Срочно все качайте Ару на слив Фрею. Правда, первой эволюции. Так, давай, добивай. Вот, походу, нормальная пачка, смотрим. Да, вот вторая эволюция есть. Так, Ара блокирует. Да, видите, он второй раз уже все не включается. А вот, кстати, включился только что. Ну вот, явно уже получше. Так, давайте попробуем такой вариант. Пусть они вдвоем попробуют. Так, заблочил. Вот второй раз заблочил после реза, отлично. И третий раз заблочил. Ну, неплохо. Вот это мне понравилось. Правда, я не знаю, кто его будет на арене юзать. Это я так чисто для теста, но я не советовал бы вам в него в первую очередь вливать. Но, в принципе, очень интересно. Как минимум два раза он заблочил. Я его слили бы с первого. Так, ну давай, добивай. Я не помню, что тут у меня за талант. Точнее, какие руны стоят. Какие-то невеселые, походу. В любом случае, герой с двумя живыми намного круче, чем там один герой. Вы можете ему поставить хорошие таланты. Единственное, смотря где вы будете эти герои использовать, потому что под каждой локацией надо свои какие-то талантики. Вот, еле-еле добивает Бигфута. Так, хорошо. С этим мы, в принципе, разобрались. Поехали. ПВП локация. Так, я надеюсь, тут хоть что-то будет интересное. Так, вот какой-то есть нитель. Берем, попробуем его здесь. Даже попробуем так, в первый ряд его кинем. Так, кого мы сзади поставим? Давайте поставим так, дракона. Ну, не особо имбовый герой, а черепа. Поехали сначала этого. Там за другие пачки я, в принципе, не переживаю. Вот он включился, слил. Его салют сейчас. Он опять резнулся, включился. Ну, такой вариант мне понравился. Как вариант, особенно для тех, у кого не особо топовые пачки, и он использует Ару. Кстати, такой вариант еще Ару очень многие используют на древних испытаниях, и думаю, там он тоже будет довольно-таки неплох. Так, ну тут, к сожалению, слабенькие у нас противники. Ничего не могу поделать. Да, интересно еще, наверное, мохнатку прокачать. И поставить восьмую тикаху. Просто живо посмотреть, что с нее будет. Так, давайте обновим, посмотрим. Может, попадется нам какой-то топ. Ну, первая, вторая эволюция. Так, заблочил. Его слили? Не, его не слили. Тут мои раздали.
Так, давайте, наверное, черепа уберем. Поставим так дракона и поставим Мару. Вот, отлично. Еще такой же Ара. Так, мой заблочил. Неплохо, неплохо. Прикольненько. Все-таки выточил. Ну, не знаю. В любом случае, это лучше, чем у вас будет ремка с живорунами. Это однозначно, потому что еще плюс один рез, это неплохой бонус. Так. Ну, я надеюсь, вот этот топчик будет с Анубисом. К сожалению, нет. Смотрите, что они делают. Жесть. Вот, кстати, дракон тоже классный на 12-м. Он себя там, по-моему, отхиливает. И там нормально он понижает все. Для таких локаций, в принципе, он хорош, но он не выживает в основном. Ну, давайте еще попробуем вот этого хранителя. Он тоже слабенький. Кстати, тут Фрайка есть. Вот он опять ожил. Смотрите, вообще чудесненько. Справились против Фрей. Конечно, тут Фрея такая, что ее там нечего бить. Так, и давайте еще попробуем на древние сбегаем. Ну, в принципе, я вам тут в этой сборке ничего такого не покажу. Это надо будет бегать по локациям, тестить, доберусь я до других локаций. А, так, ехали сюда на 30-е, я перешу. Тут у меня есть. Так, тут у меня его, кстати, сейчас нету. Давайте вместо покемена попробуем. Где интересно. Такс. Это веселая локация. Так, атлант включился, отлично. Там они должны об атланта посливаться, конечно, они не все слились. Хоть частично. Вот в таком вот случае, в принципе, он должен быть неплох. Он тоже сливается, как видите, очень-очень быстро. Я уже не помню даже, где я эту 30-ю проходил. Так, посливались об черепа, отлично. Говорю об черепа. Ничего себе, это что было? Это что за имба? Вот он заблочил, отлично. Вот еще раз заблочил. Ничего себе, смотрите, что мои герои делают. Да ладно, еще и скажите, что мы сейчас, может, пройдем. Вот смотрите, Ара, вот, кстати, сейчас реально Ара нам очень помог. Еще бы раз он заблочил. Тут Кенди, конечно, эти Кенди меня уже достали. Отлично все портачат. Ну, как видите, неплохо, неплохо. Практически прошли. То есть у меня тут герои стоят с оживами. Вот. Для бездоната это, конечно, нереально в ближайшем будущем. Но, как видите, раз, два, три, четыре, пять... Шесть героев живыми стоят, и Анубиса надо другого будет взять, на атаку сделать. Неплохо. Давайте еще разок пробуем. Ради интереса. Ну, то есть вот чисто ради их вот локаций, чтобы там не париться, не мучиться, думаю. Я думаю, есть смысл его качать. Так, как-то быстро Атланта ушатали.
Вот смотрите, какой жесткий Атлантик. Так, ну что, попробуем трешануть на Кенге. Не знаю, правда, получится. Надо было, наверное, все-таки их всех вместе выкидывать. Да, надо Анубиса. Надо все-таки Анубиса с уроном брать сюда. Не хватает урона, но, как видите, Ара спасает. И реально спасает очень круто. Надо талантики пораставлять. Короче, много всего надо сделать, чтобы тащить дальше. Но держаться очень-очень прилично можно. Надо вообще тритона с оживым повкачивать. Сделать мега имбу. Так. Ладненько. Ну, в принципе, вот так вот. Такой вот герой, в принципе, довольно-таки старенький. Уже многие его не используют. Но я вам скажу, он еще не потерял свою актуальность. И можно использовать на PvP локациях. На битве гильдии я уже показывал, против Фрай очень отлично заходит. Если у вас есть проблема, можно блокировать героя. Правда, надо внимательно смотреть за смотрителями. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.